Когда не знаешь, где реальность, а где сон, ты чувствуешь, что есть на свете где-то тот, кто с тобой дышит в унисон. Тот, перед кем не надо притворяться, кто будет снисходительным и ясным, иногда нечасто восхищаться и говорить, как все это прекрасно. Кто будет в меру ироничен, кто все поймет и все рассудит, кто, как и я, немножечко циничен, и как нам славно тогда будет. Кто не предаст, я в это свято верю, кто не уйдет, когда мне будет плохо, кто никогда во мне не станет будить зверя, и как нам славно будет, ох как. И все понятно, и просто, очень просто. Когда уйду я, или он, нас вместе понесут к погосту под долгий колокольный звон. И наши души встретятся в полете, и в космос выйдут, взявшись за руки вдвоем, и закружатся в танце не в Киоте. Мы наконец-то вместе и поем. О чем поем? О неземной свободе, о том, что Бог не дал нам в мире то, о вечной, удивительной природе, о том, о чем не спели, мы поем. Когда не знаешь, где реальность, а где сон, ты чувствуешь, что есть на свете где-то тот, кто с тобой дышит в унисон. Слушайте, ребята, почему вы не задаете гостям вопрос? Уедут ведь, а потом вы будете думать. А чего же я не спросил? Спроси, Ларис, пожалуйста. Вы знаете, Юра, у меня вопрос такого рода. Вы поете песни на стихи чьи, не объявляете? Вот последняя песня, это на чьи стихи? Вот это последняя, это да. На мои. Как говорил Лизбек, можно мои? То есть это в основном на ваши стихи песни написаны? Здесь, да. Вот Алексеев, но те, кто я пою на чужие, я, естественно, объявляю. Все понятно, так, спасибо. Еще вопрос. А когда вы первый раз пошли в горы и на какие? Ой, в горы, я ходил еще в бытность студентом, но это были не очень большие горы. Ну, что значит не очень большие? Это начали с Крыма, у нас практика там была, да, университетская. Вот, там Карадаг. О, Карадаг, это да, чудо. Да. Вот мы забирались туда очень быстро. Там, потом на этом месте спускались, там осыпь. Когда мы были на Карадаге, какой-то американец залез туда и не мог спуститься. Его снимали вертолетом. А мы вот так вот на этом месте спускались просто быстро и хорошо. Вот. Ну и потом, уже тогда, конечно, потрясающая была красота, все это как-то запало в душу. Но, честно говоря, вот эти фанские впечатления, они у меня вот самые-самые сильные. Необыкновенные, да. Замечательные. Вот. Значит, ну что, мы еще споем или сколько там у нас времени? Вы знаете что, вот время-то у нас всегда очень мало, но дело в том, что мы позже начали, и пока ничего не понятно. Давайте петь, ладно. Пока поется. Давай. Вот ну, давайте, здесь тоже есть упоминание о горах, как
а составляющая нашего жизненного счастья. Да? Что такое счастье? На рассвете оседлать любимого коня и скакать туда, где наши дети, там, где будешь ты, буду я, там, где гладь воды до горизонта, там, где луг, трава и свет в траве, там, где нету лжи и нету понта, там, где стоит домик на воде, там, 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 там. А еще, наверное, это горы, горы в свете солнечного дня, горы бесконечные просторы, те, что дожидаются тебя, горы, где река плетет узоры, горы, где живут мои друзья, горы, 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 ты и я, горы, 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 ты и я. А еще, конечно, это море, море, берег с гребнями волны, лодка, парус и дельфины в море, блеск и плеск, далекие челны. Море, 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 я и ты. Так что ж такое счастье? Это двое, двое, что нашли себя в пути, двое, чья любовь чего-то стоит, двое, не уставшие идти, двое, 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 я и ты. Счастье, каждый про него чего-то знает, к счастью прикоснешься и уйдешь, сразу часто ты не понимаешь, может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, когда-нибудь поймешь. Мне остается пожелать вам счастья, вот, любви, вообще замечательных жизненных впечатлений, оставаться вот таким романтиком, романтически настроенным. И дай Бог нам встретиться в горах. Да, ну, а, в горы, да. Просто призываем вас. Ну, а сейчас, наверное, уже все-таки вот поджимаем. Вот вы знаете, да? Что-то это, я так заслушал, что потерял счет времени, ничего не понимаю. Еще 10 минут. А, ну, замечательно. Ура. Тогда просто мы еще... Обязательно послушаем вот ансамбль девочек, да, девушек. Ну, мы вместе с ними споем. Вместе с ними споем. Я поэтому и волнуюсь, что а у еще нас 10 оставалось минут время. Да. Да, то есть время есть. Вот. Ну, давайте тогда, что мы еще споем. Про горы. Давайте, вот тоже у меня приятель был, Саша Дедух, собственно говоря, с ним мы начали так, ну, будем говорить, полусерьезно заниматься пением, сочинительством там и так далее. Его, к сожалению, сейчас нет на этом свете. Вот. И он говорил, вот мы идем в горы или там куда-то в тайгу и так далее, а потом приходим и в большой театр. Значит. Ну, что-нибудь в этом роде, да? Какой контраст идет. Вот давайте мы про Париж споем. Я думаю, что это будет уместно, да? Это город куда тоже, да. После гор возвращаться очень здорово. Как и в Москву, как и в Самару, и так далее. Я покажу тебе Париж, открой двери его тайны, и ты за мной туда влетишь под звуки Моцарта и Гайдна. Я покажу тебе Париж, и ты забудешь все обиды, меня обнимешь, посидишь и скажешь, что ж, спасибо гиду. Я покажу тебе Париж, я обещаю, буду верным тебе, и ты меня
простишь, и мы опять пойдем в таверну. Я покажу тебе Париж, я покажу все, что я знаю. Возьмемся за руки без крыш, шагнем мы вниз и полетаем. Я покажу тебе Париж по кругу, по диагонали. Но потом ты улетишь, как звук растаявшего рояля. Ты улетишь, и мой Париж осиротеет, заскучает. Ты улетишь, оставив лишь цепочку из следов случайно. Я покажу тебе Париж, я увезу тебя в Париж.